Совсем недавно на официальном канале Bandai Namco вышел трейлер переиздания игры JoJo Bizarre Adventure All-Star Battle. Игра представляет собой файтинг по вселенной JoJo, который включает в себя персонажей с первую по восьмую часть, а также персонажи Икуро Хашизава и старой манги Хирохико Араки под названием Бао – Посетитель. Оригинальная игра вышла аж в 2013 году. На тот момент, как вы знаете, вышел только первый сезон, включающий в себя историю Phantom Blood и Battle Tendency. Как нетрудно догадаться, в игре сэйю из аниме были как раз из первой и второй части JoJo. Исключение составляют актеры озвучки Джотаро, Шигичи, Акуясу, которые пробились из игры в экранизацию, тем самым закрепив за собой озвучивание данных персонажей. Думаю, с оригиналом у вас еще будет время ознакомиться. Так зачем же нужен перезапуск игры, спросите вы? Новый JoJo All-Star Battle имеет подзаголовок R. Вероятно, это означает ремейк или ремастер. Чем же отличается ремейк от оригинала? Во-первых, игра стала улучшена в плане графики. Во-вторых, персонажи, появившиеся в аниме, получат расцветку из экранизации. В-третьих, помимо расцветки, персонажи будут иметь голоса из аниме. То есть они будут переозвучены сэйю из аниме. Например, вместо Миюки Савашира, которая ранее озвучивала Джолин, теперь будет Файрус Ай, которая, как вы знаете, сейчас озвучивает Джолин в экранизации. К тому же, в ремейке обещают 9 новых персонажей, среди которых уже засветились Триш и Прошутто. Остается еще 7 неизвестных персонажей. Также добавлены новые локации, часть из которых это карта из JoJo Eyes of Heaven, переделанная под All-Star Battle. Лично я предполагаю, что будут в основном персонажи, которые засветились в другой игре, а именно JoJo Eyes of Heaven. Я говорю о таких персонажах, как Speedwagon, Штрохайм, Эндул, Везер, Диего и так далее. Релиз игры запланирован на эту осень. Игра будет доступна на ПК. Будем ждать релиза, а также возможных трейлеров персонажей. Вообще, давно бы не помешало сделать ремейк, ведь ранее подобные фичи использовали только мододелы. А теперь это уже официально. Надеемся на скорый релиз, и что ремейк будет замечательным. Ну а с вами был The Zelf, всем спасибо за просмотр, всем пока!